В городском округе завершается спортивный проект «Дружная семейка». Победители дворовых турниров, которые на протяжении более 3 месяцев проходили в разных микрорайонах округа, встретятся, чтобы определить сильнейших. Финал состоится 2 сентября в баскетбольном центре «Химки» в 14:00. «Дружная семейка» проходит в формате веселых стартов. Она состоит из нескольких конкурсов – творческого, спортивного и эстафеты, в которой за первенство соревнуются несколько семейных команд. Спортивно-развлекательная игра проходит в «Химках» на протяжении 3 лет. В рамках реализации проектов партии «Единая Россия» – крепкая семья и детский спорт.